нашего господина уже близится. Слава Кутфу! Узрите же мощь нашего повелителя и уверуйте в силу его! Thank you.
господин! Мы ждем тебя! База, докладываю, все культисты мертвы. Есть жертвы среди агентов мирного населения. Глупцы! Шоу «Время ворона», а? Понравилось? А вы знаете, что это было за шоу? Это был трейлер к, внезапно, комиксу. Комиксу «Время ворона» от издательства «Бабл». «Время ворона» — это первый глобальный кроссовер издательства «Бабл». Издательство «Бабл», мы издаем комикс уже 3 года. Наш стенд находится ровно напротив. Если вы сейчас все повернетесь, да, вы его увидите прямо за вашими спинами, огромные буквы «Бабл». Ну что такое, Роман, что такое первый глобальный кроссовер, Роман? Да, как уже упомянул Артем, мы издаем 6 серий комиксов в месяц. Просто представьте, какой огромный это труд. И вот, «Время ворона» — это глобальный кроссовер всех наших 6 серий. Как вы уже видели в ролике, огромный бог Ворон Кунг возвращается. Возвращается на землю, чтобы сеять зло и разрушение. И наши герои, герои комикса «Бабл», объединяются, чтобы остановить его. И мы сейчас рады сообщить, что эксклюзивно на Comic-Con Russia мы презентуем самое начало, стартовый выпуск комикса «Время Ворона». Вы можете уже купить его на нашем стенде, друзья, всего за 100 рублей. Ура! Вы любите комиксы? Вы же на Comic-Con, наверное, они любят комиксы, если они сюда пришли, да? Друзья, спасибо большое за внимание. Мы ждем вас на нашем стенде. И помните, время ворона наступило. И самое главное, еще мы забыли рассказать. Прямо сейчас на нашем стенде
художник и колорист кроссовера «Время Ворона» раздают автографы. Можете купить этот выпуск, прямо сейчас подписать у них. Попросите у них нарисовать вам эксклюзивный рисунок. В общем, набор просто невероятный всех возможностей. Читайте комиксы, Комик-Кон, эй! Всем удачи, пока! Читайте комиксы, Бабл!